Добрый день, друзья! С вами снова я. Мы продолжаем прохождение шикарной, великолепной игры под названием Sniper Elite Nets и Zombie. С нами снова Борис. Что это сейчас было? Ладно, не суть. Итак, мы... Так, значит, мы это самое... А, я телефон, это самый телефон включил, извиняюсь. Итак, мы, короче, продолжаем с вами двигаться прямиком в логово Адольфа. Мы пытаемся его найти, но он не хочет нам показываться, потому что он очень зол на нас. А зол он на нас, потому что мы въебали его армию. Блять, пошел нахуй. Все, все пошли нахуй. Сейчас взорвусь нахуй. Сейчас взорвусь в прямом и в переносном смысле. Блин, нафига ее поставил? Я перепутал с гранатой. Ё-моё! Блять! Сука! Вот это пиздец было как неожиданно. А крыса, они же еще с этой стороны. А я что-то совсем, блять, не заметил, а? Ё-моё! Во, тут противник сработал на нас впервые. Блять, вот это хуёво. Сейчас один удар, и я сдохну, скорее всего, если мне кто-нибудь ёбнет лопатой. А пока вот эта зеленая дымка, типа, нельзя зайти, да? Ой, ё-моё, когда ж мы наконец пройдем эту игру, боже мой. Ну и куда нам надо? Понятно. Куда-то в подземку или опять куда-то в какую-то жопу. Так. Ну да, как обычно, в самую срач. А это бункер фюрера? Окей. И что мы тут должны найти? А, этот кирпич опять, что ли? Ипаный. Ипаный кирпич. Нет, 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 мне не нужен люгер. Пиздец, что тут такое учудил-то? Не понял. Ё-моё! Теперь понял. Чё-чё-чё-чё, чё там можно было? А, спрыгнуть.
Да. Здесь ребята отдыхают. Это же я. Ну как я могу видеть сам себя? Борис, тебя я убивать не буду, а вот этих с радостью постреляю. Ёп! Макарёк. Пиздец, пиздец, пиздец. Пиздец, пиздец. Пиздец, 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 пиздец. Пиздец. Из всех щелей. Блять, как я... Как я могу находиться здесь? Пиздец. Вот это, блядь, жесть. Это какая-то вообще галлюциногенная херня просто. Петушара этот ёбаный тут. Блядь, надо уёбывать, так он меня разъебёт. Да, блядь, мне граната нужна! Давай, давай, иди, сладенький, иди, иди, иди. Нет, блядь. Надо что-то делать. Пиздец. Что? Что происходит сейчас с игрой? Не знаю, что это сейчас, это какой-то супер глюк, наверное, был. Или я просто что-то не понимаю. Короче, как каким-то образом чуваки, с которыми, я так понимаю, другие персонажи, с которыми надо проходить. Ну, как бы... Я его или он меня, сука. Я его все-таки, пидор, получи. Я, короче, почему-то упал, он подошел. Короче, какая-то... Просто какой-то... Цирк, театр абсурда просто. Ой... Пипец. Интересно, так и задумано, или это что-то такое реально глюченное просто? Стену проломил нахер. Хорошо, что я выйти успел. Здесь, конечно, вообще пипец. Такая жена высокая была. Я бы не была такого роста. Ага. Но это художник. Ну понятно, он был великий художник на самом деле. Но в кавычках. Понятно. Так, ну вот, собственно говоря, и вторая реликвия. Очкастый говорит, надо сюда. Англичанин сказал что-то типа «Я воль». Последняя часть реликвии Сарагматхи находится в очень хорошо укрепленном месте за пределами Берлина. Больше всего шансов добраться до вас будет на поезде. Доберитесь до конечной станции поездом и позаимствуйте локомотив.
Ну давайте позаимствуем. Локомотив. Покиньте бункер фюрера. Галюни уже жесткие начались, короче, наши уборки. На самом деле, это все хрень, просто наши уборки белочка началась. Он не бухал, пиздец, сколько. С любым случится. Так-то пить, как Борис, и потом раз и бросить. Положил прям в самую кучу ебаную и все. Во, 11 человек, ну вообще, улет же. Все, сразу. Опен. Опа. Так, 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 не глюч, родная. Пиздец, ФПС потерял. Опять эта сука. Ну все, сейчас хардкор будет. Если это сука, то значит будет хардкор. Хардкор черный будет. Ой, я очень сомневаюсь, что я его убил. Да, потому что я его не убил. Блять, там такая толпа бежит. Я даже просто вот не хочу туда лезть. Блять, тут еще и этих куча. Да ты-то куда, пидор, лезешь? Сука, уебывать. Пиздец, толпа, просто толпа ебаная. Все, пиздец. Дробовик кончился. Давайте уебывать тогда. Пиздец, все со всех сторон. Может сейчас... Нет, не смог съебаться. По горбине дали. Просто как мудилы. По горбине дали. Не, ребят, этот пиздец. Надо, короче, этого пидора кончать. А я просто не могу, потому что он такую толпу, понимаете, он чисто физически такую толпу вызывает. Пиздец. Тут еще же эти пидоры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, это вообще, ребят, это на самом деле хард просто. Пиздец. Да уйди ты, лысый хуй. Все, пиздец, пацаны, хардкор. Что-то меня как-то отглючивает. Сейчас не по-детски. Может там уже... Может там просто видео много. Мне уже... Надо посмотреть. Ладно, сейчас эту серию пройдем, там разберемся. Да иди ты нахуй, лысый пидор.
иди нахуй. Этих всех гнид забьем, блять, а простых самых, а потом с этими огненными справимся. Понятно, блять, короче, пиздец полный. Заебись. Это такая шутка. Вы тело решили поднять? Просто тело без всего, блядь. Знаете, ребят, кажется, игра дошла до апогея своего долбоебизма просто. Все, меня уже пиздец в угол загоняют. Я уже просто не знаю, что делать. Просто сейчас банально патронов не хватит. Все, у меня приступы косоглазия начались. Не понял, пидор, это ты их, что ли? Блять, этот пидор, он их еще воскрешает, обычных, блять, ты смотри, что делает. Сука, а? Так, сейчас надо пиздовать на улицу. В обход этого говноеда. Блять, только одну пустил ему, а? Не успел. Да иди ты нахуй! Уебывать, уебывать надо. А, сука, он их тут возродил. Ну все, пиздец. Так, 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 патроны, патроны нужны, пиздец, патроны. А где ты их возьмешь? А негде патроны-то брать, негде. Блять, не могу прицелиться. Мужики не знают, что делать. Это уже действительно просто, ну, это пиздец, это перебор. В угол себя загонять, конечно, не хочется. Но это просто пиздец. Меня сейчас даже банально на этих не хватит, ребят. Забьют, забьют сейчас, суки, все. Последний удар мне остался. Все, сейчас, если попадет, елда. Все, пиздец. Сколько? 22 для Виблея. Ой, да. Блять, ну надо этого петуха добить. Ну как же... Все, что ли? Неужели? Сдох? Ура, все, подох.
Все, сейчас главное, все, теперь главное съебаться, все, теперь главное не мазить и спокойно отстрелять этих всех петушар, блядь, огненных. По трое, по трое, по двое, желательно. Ну все, все, ну пиздец, вот это, конечно, ребят, просто, блядь, с этими огненными пипец. Ну, с этими сейчас разберемся. Не понял. Я слышу этот адский звук. Ты чё, сука, жив, что ли, еще? А кто вас респаунит-то? Не понял юмора. Нет. Я чё-то реально не вдупляю. Ах ты, сука, ёбаная. Сука, ёбаная тварь, а вот ты где был-то, а? А я думаю, блядь. Ах ты, паскуда голожопая, а? Вообще уже ни патронов, ни хуя не осталось, просто. Во! Вот это зачёт. Блять, я смотрю, он. Они, он их респаунит. Они я, обычно без головы там не встают, и я отстреливаю бошки, они вскакивают, как ни в чем не бывало. Сука, вон он где, оказывается, спрятался, а? Ну, конечно, ребят, пипец, мы сейчас с вами прошли, конечно. Вот это напряг, наверное, жесткий был сейчас. По идее, миссия сейчас должна по маслу пойти спокойно. Да иди ты один, ты что ты сделаешь-то, господи. Странно, я, честно говоря, был уверен, что после такого пиздеца сейф-рум будет сразу. Но нет, наверное, решили проверить, так сказать, на зрелость. Ладно, чё. Ты петух, куда ты лезешь, господи? Давай, открывай дверь, тук-тук. Да заколебали. Открывай, все. Фух. Ну, ребят. Хардкор. Просто слов нету. Это, блядь, хард. Вообще. Просто. Давайте для Линенфилда дайте мне патроны. Нахер мне... Так, ладно, погнали дальше. Игра все быстрее и быстрее, все чаще и чаще, и все сильнее и сильнее переходит в степени, ну, действительно, хардкора. Конечно, не сравнить с японскими, но все равно. Блять! Вот это я сейчас пересрался, сука, пнул, такой тупой звук был, как будто бы там ушанка внутри чем-то набита. Так, а у нас какое задание? Сейчас мы куда идем? По крышам шпинать или что? Конечно. Ну, ближе подойдите чуть-чуть. Давайте ближе, ё-моё! Так пойдет. Опять 24 FPS, и что ж такое-то? Сначала летала как ласточка, а потом... Активируйте бомбу. Все, туда нам нельзя, да? Вот, я наконец понял, как эту фигню делать. Ну, короче, чтоб... Если надоело смотреть каждый твой выстрел. До меня только сейчас это дошло.
хорошо можно нажать кнопочку пробел и не ебать мозга. Да все, все. Какую бомбу-то я должен активировать? А, понял. Это такая шутка. Угу. Я вижу, что не шутка, ясно. Ладно, будем продирка, сможем. Да что ж ты все лагаешь-то, сука. Все же нормально было. По сути, если патронов нам не дали, это значит, что мы должны, ну, короче, ну, если, ну, в смысле, что у нас нет патронов, то есть, ну, вот после сейф-рума, это значит, что их не должно быть больше, сколько там, ну, грубо говоря, 120. А мы сколько? Человек 25-30 уже отстреляли, я думаю. Нет. Ладно, не будет тратить патрон. Ну все, я думаю, сейчас вот эти, еще волна, и, наверное, все. А нам как бы пофиг, да, что рядом с нами какая-то бомба там с каким-то огромным плутониевым стержнем. Хотя это не стержень, это, наверное, взрыватель или что-то такое. Ну, я так понимаю, ну, Борьке похуй, он вообще, он с ним, что с ним случится-то? Его ничего не берет. Пожалуйста, вот этот, попади, который взрывается. Отлично, вот просто прекрасно. Борис, ты вот охуенен просто. Вот это было прекрасно, Борис. 22 километра, 50 километров. Что, блядь? Борька. За патрончиками следи, родненький. Да нахер, заебали. Доели. Я уже пробел жму, я думаю, я да-да-да-да. Все. Теперь какая задача? Продержались мы. Хуйня какая-то. Опять в тоннеле метро. Ну, ребят, ну это уже несерьезно, ну правда, а? Какая-то не бомба, а какая-то пукалка ебаная. Да мы ж тут были уже. Зачистите тоннели метро. Естественно, зачистить. А кто же за вас их будет защищать? Почему мы вот в метро не можем покататься? Миссию посвятить катанию в метро.
пошел ты нахер. Сейчас это... Ёберный театр, а тут уже гремлины, блядь, лезут. Одного пнул, другого толкнул. Ахтунг, ахтунг, отступаем. Так, значит, этот дробовик мне все меньше и меньше начинает нравиться. Может, опять как в той серии на ППШ перейти. Все, зачистили метро. А куда нам идти? Тут ничего, куда мы спустимся? У них ничего не работает. Вот оно чё. Понятненько. ФПС проседает нещадно в этой серии просто. Интересно, где мирные жители Берлина? Тут только солдаты. Все. Сейф рум. Какой люгер, ёбаный шашлык. Так, все на месте, погнали. Откройте ворота доступа. Чего? Чего, ёпта? Как вообще, как концлагерь, что ли? Куда они сейчас попрут? Ой, кажется, я уже догадываюсь, так что сделаем-ка мы вот так вот. Здесь это точно неспроста. Давайте еще на всякий случай поставим. Поставим одну вот здесь. Одну вот здесь. Ну, если я ошибся, я не вообще не отсюда будут лезть. Ну, дурачок я. С кем не бывает. Что это было, блядь, за звук? Ладно, пофиг. Переживите штурм. Уже кто-то взорвался. А, понял, понял. Все. Все. Блять, какой долбоебизм, а? На своей же собственной растяжке, сука. На своей собственной растяжке.
Динамит — это такая ненужная хуета вообще, которую по нему не попадешь, блядь, в самый ответственный момент, когда он должен взорваться. Просто не попадешь тупо. Ладно, сейчас нас ставлю вот здесь. Одну фугасную дуру сюда, другую сюда. Короче, понятно, они с этой стороны вообще нихера заходить не будут. Будут вот только вот отсюда. Вот раз дуру поставим. Вот два. Все, и погнали. Не только кто-то там на динамите взорвался. Смотри-ка. Я вас умоляю, только не говорите, что там петушара этот ебаный, блядь, да он там. Сука, он там где-то. Ну выходи тогда, чё? Да сойди, сойди, вон тут пулеметная точка лучше. Сюда нельзя, что ли? А он же нихера прыгать не умеет, точнее. Ну чё, весь штурм, что ли, или чё? Или мы не убили кого? А, всё. Направьтесь в ремонтный цех. Пойдем в ремонтный цех, чё? Чё еще делать нам? Шляемся вообще... Не поймешь, где вот. Просто. Можно было сразу понять, где эти ебаные руны лежат, которым Адольфик... Нечисть призывал, и все. Все заебали. То есть я что, гранатами никого не убил там вообще, да? Да не нужно мне, блядь, смотреть такие выстрелы, господи. Это не снайперская, это так херня, господи. Между нами 20 метров. Лох не попадет. Пожалуйста, дай патрончиков, спасибо. Они мне очень-очень ему нужны. Дай патрончиков. О, какой люгер, нахуй. Понятно. Забыл это дерьмо поменять. Фугаска, вот она мне... Не, ну хотя нет, она вообще мне нужна, в принципе. Что-то как-то впервые так близко они. Обычно там черти где прячутся. Блять, заебали.
Пиздец, это я так удачно присел или... Да похуй. Нормально. Сейчас вот мы как-то, не, ну так вот, неплохо как-то быстро продвигаемся. Ребят, как-то вас много, меня это уже бесить начинает. Так. Сейф рум туда. Да пошел ты в попу. Туда так туда. Короче, можно было просто спокойно через этот ебаный поезд пройти. Ух ты, мать честная, вас тут до хуища. Блять, надо уебывать. Уебывать сейчас, блять, сейчас положит. Давай, давай, давай. Опа, успели. Чуть-чуть пониже, сука. Да что ж такое, не получается. Хочу прям в глаз. Давай, давай, ну вот это супер прицеливание сделай. Ебать, я косой, а? Давай, ну давай, прям в глаз, пожалуйста, ну в глаз. Ё-моё, чуть-чуть повыше. Сколько метров? 90, нет, 100 мало, я 150 убивал. Во! Фигня, короче, ясно. Блять, еще этот ариец. Еще что ли один? Все, на тебя нет времени, чувак, извини. Обязательно бы сейчас с тобой поигрались. Блять, а мне же уебывать надо! Ой-ой-ой-ой! Фугасом поставлю и съебусь. Только бы он не успел выстрелить. Опа, все, хорошо, съебался. Давай, давай, милок, давай, давай, на фугаску иди. Ну выходи давай, блять, пока я прицелился. Заебись. Заебись. А, тут еще один. И ну-ка сейчас сердцебиение восстановим. Во, все, сейчас это самое. Сейчас попробуем. Сейчас у нас самый дальний. Ну иди на самый дальний дом. Блять, долбоеб, иди на самый дальний. Все, заебал, короче. Надоело тебя ждать. Погнали, короче. Так, друзья, ну что, мы на сегодня прервемся. Серия, надеюсь, получилась нормальной по, ну, по содержанию. Ну, конечно, это вообще уже, конечно, хардкор просто.
больше сказать пока нечего. Все подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.